Рейтинг качества городской среды, сообщает Политсибру, состоял из 6 индикаторов. Оценивалось жилье и прилегающее пространство, озеленение и водное пространство, уличная, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общее деловое пространство. С социально-досуговой, кстати, у нас все хорошо, а вот с чем в Барнауле дела обстоят хуже всего наглядно в цифрах на Политсибру. В крае продолжают закрывать торговые центры. С сегодняшнего дня двери не откроют праздничных в Барнауле, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды». Решение стало неожиданным и для администрации торгового центра. При этом арендаторы с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Оказывается, судебное заседание по праздничному прошло накануне. А поводом стали нарушения пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС. Теперь в Барнауле закрыто 5 торговых центров. Точные даты их открытия пока не называют. В ближайшую субботу все желающие смогут пройти бесплатное обследование на рак кожи, сообщают «Аргументы» и «Факты Алтай». На консультацию приглашают также мужчин старше 45, чтобы проверить свое мужское здоровье и вероятность заболевания раком простаты. Обследования пройдут в онкоцентре «Надежда». При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Чтобы попасть на прием, стоит записаться заранее. Телефон на ваших экранах. Татьяна Голубева, наши новости.